Магазин Победа, видеообзор на ноутбук Lenovo. Собственно, внешнее состояние хорошее. Есть небольшие потертости по корпусу, но незначительные. Какие-либо сколы, трещины по корпусу отсутствуют. Здесь. Крышка тоже абсолютно целая. В комплекте идет оригинальное зарядное устройство. Петли работают хорошо. Ноутбук закрывается и открывается без проблем. Внизу все болтики, которые на нем есть, присутствуют. В целом состояние хорошее. Так. Сразу открыли сайт KeyTest для проверки клавиатуры. Так. Ну и здесь клавиши F тоже работают. Так, сейчас. Так, и в течение минут 15. Вопл и правый. Может ты себя, может через 3 штаты сам вы на карте и сразу правый свой экзамен. Так, не отобразился пробел. А, ну, собственно, пробел у него не работает. Александр, да? Не хочет работать. Далее. Целостность жесткого диска. В рабочем состоянии. Общее число работы, видите, 2809 часов. Число включения 563. А, здесь можно посмотреть подробные характеристики ноутбука. Core 3-4 поколения, 2 ядра, 2,4 Гц. Количество объема оперативной памяти 4 ГБ. Видеокарта. NVIDIA GeForce 740M стоит у него. Собственно, первый разъем вставлена флешка. Флешка работает. С него считывается программа Crystal Disk Info. И сейчас покажем работоспособность другие USB-шки. Так, второй USB разъем работает. И последний. И еще один USB разъем. Тоже работает исправно. Собственно, из дефектов. Вот, не работает у него пробел. Так, и также можно показать звук на сайте YouTube. Вот. Собственно, звук работает тоже исправно.